Рекламно-информационная программа. В Кирове 12 часов и почти что 7 минут. Это пятница. И у нас начинается в это время традиционная программа «Культ Поход». Ведут ее Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Добрый день. Сегодня у нас очень приятно это осознавать и представлять наших гостей. Думаю, тоже будет приятно. У нас сегодня музыкальный культ-поход, чего давненько не было. И сегодня, я очень надеюсь, мы услышим и живой вокал, и живую игру на замечательном музыкальном инструменте. И все это будет связано с мероприятиями, которые каждый из нас сможет посетить в Вятской филармонии. Сегодня слушайте нас, мы обо всем подробно расскажем. Сегодня в студии с нами Алексей Абашев, руководитель ансамбля 3 плюс 2, а также музыкальная династия. Это Надежда Помилова, артистка Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, баянистка. И Татьяна Помилова, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных, отделение «Сольное народное пение». Добрый день всем. Здравствуйте, уважаемые гости. Да, будем делить, как обычно, микрофоны. Думаю, всех будет слышно, всех будет понятно. Да. Ну и, соответственно, вот Надежда с баяном. Баянчик у нас разместился рядышком с ней. И в процессе, собственно, нашего разговора он обязательно зазвучит. Ансамбль 3 плюс 2. Давайте познакомим вас с нашими слушателями. Наших слушателей с вами. Да. Алексей, что за ансамбль, что за репертуар, к какому роду относится, когда он был создан, в чем специфика заключается? Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за приглашение. Наш ансамбль, русский концертный ансамбль 3 плюс 2, был основан в декабре, точнее сказать, 15 декабря 2018 года. Почти 4 года ансамбля. Uh-huh. На самом деле срок небольшой, но признаюсь честно, что уже достаточно многих успехов, скажем, не побоюсь этого слова, высот, ансамбль смог добиться. В чем нам повезло, скажем так, такие факторы сработали, что все участники ансамбля являются солистами Вятской филармонии. Все мы работаем в одном оркестре, и каждый участник этого ансамбля, ну, опять же, не побоюсь этого слова, один из лучших в своем ремесле. Сколько вот музыкантов-то в ансамбле? Ну, тут все логично исходит. Не сложно догадаться. Количество 3 плюс 2, да. Ну, сколько мужчин, сколько женщин только остается. Три мальчика, две девочки, да. Причем, да, название мы так это очень быстренько придумали, почему-то как-то сразу вот ассоциация, ненавязчивая ассоциация, кстати, с известным советским фильмом, у нас сразу прошла. Вот. Но сейчас уже название, оно все уже обрело, так сказать, свою жизнь. Ну вот, нас уже узнают под этим названием. Да, вы недавно выступали в Государственном Кремлевском дворце, то есть теперь это название знают и в Москве, да? Да, да, совершенно верно. Совсем недавно нас любезно пригласил Дмитрий Сергеевич Дмитриенко, руководитель ансамбля «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, на их на день рождения, собственно, этого ансамбля. Uh-huh. И я, кстати, сейчас цифру не буду называть, сколько лет исполнилось ансамблю. Я специально... Это будет связано это с нашим вопросом, который, да, чуть позже прозвучит. Uh-huh. Вот. И, конечно же, мы любезно согласились и съездили, поздравили и выступили. Это впервые была такая крупная площадка в истории вот именно ансамбля? Кремлевская, да, площадка, uh-huh, конечно, впервые. Да, это было невероятно волнительно и в то же время приятно. Какие эмоции испытали? Огромный зал... Ну, вот для артиста, как сказать-то, вот, не знаю, может сравнить, если, да, со спортом спортсмена вот, получает какой-то адреналин, uh-huh, да, артисты, конечно же, тоже его имеют место быть, вот этот момент, вот это вот, наверное, прилив адреналина мы испытали, да, когда вот перед выходом на сцену, во время выступления, а потом, конечно же, когда уже выступили, когда все получилось хорошо, как мы и планировали, а получилось все хорошо. А как вы поняли, что все хорошо получилось? Ну, конечно же, по публике, кстати. По аплодисментам, очень, да? Очень благодарная публика, очень... Тепло приняли, встретили. Мы сначала думали, ну, московская публика уже такая искушенная достаточно, все. Нет, вы знаете, вот прям почувствовали как дома себя, действительно. И уже вот это вот испытали, конечно, эйфорию, да, что uh-huh, все получилось, все как. Что исполняли? Какие произведения? Ну, мы исполнили наши фирменные валенки, те, кто уже нас давно знают, слышали это произведение. Uh-huh. Это, кстати, самое первое произведение, которое наш ансамбль выучил вообще. Вот, исполнили его. Uh-huh. И также еще с нашим ансамблем выступил наш замечательный солист Валентин Хмелев.
город Москва, сейчас он там живет и работает, Бессмертную Беловежскую пущу. Угу. Вот. Вообще ансамбль активно сотрудничает. Вот опять же, за неполных там, 4 года мы достаточно много уже поработали с различными солистами, и вокалистами, и инструменталистами. И все это, конечно, одни из лучших музыкантов, артистов нашей страны. И вот, кстати, как раз давайте мы плавно еще... Да, когда наш кировский зритель сможет вас увидеть, услышать. Да, с большой гордостью я сейчас хочу сказать, что вот буквально через неделю, да, чуть-чуть попозже, ровно через неделю, 18 ноября, состоится концерт, посвященный Людмиле Георгиевне Зыкиной. Называется он «Всем поколениям петь. Ограничение 12+.» Молодцы, все сами рассказывали. Я готовился. Про возрастные ограничения тоже не заставляйте нас напоминать. С нашим ансамблем выступит замечательная, прекрасная солистка, очень талантливая, очень перспективная девушка Татьяна Помилова. Сейчас она ныне является студенткой Академии музыки имени Гнесиных. Угу. Мы, конечно, с нетерпением ждем, когда она вот окончит уже этот вуз и вернется к себе на родину, к нам в Киров, и уже мы будем более тесно сотрудничать. Вот. А сейчас пока вот у нас такой концерт, такое получилось детище. Концерт крупный, два отделения. Музыка будет... Конечно же, в основном, да, ну, практически вся из репертуара Людмилы Георгиевны Зыкиной, но при всем при этом... Вот я смотрю, течет река Волга, да, знаменитая, да, прозвучит обязательно. Конечно, да? Конечно же, и инструментальные обязательно прозвучат композиции, где просто на сцене будет 3+2, где мы продемонстрируем и свое личное мастерство. Чем еще интересен концерт? Помимо Татьяны Помиловой, еще две девушки, одна однокурсница, да, еще вот девушка на год постарше учится, все они студентки Академии музыки имени Гнесиных, выступят совместно с Таней Помиловой. Угу. Это Каролина Замятина и Камиля Шакирова. То есть нам три солистки из Москвы приедут. Угу. Вот. Будут различные сочетания, дуэты, трио, соло. Ансамбль эксклюзивно расширится даже, так скажем, ради такого случая. С нами в ансамбле поиграет Надежда Помилова. Баянистка поучаствует, ударник, который тоже практически всегда с нами, Павел Скрябин, партию фортепиано исполнит Надежда, Елена Бушмелева. Елена Бушмелева. Поэтому... Эти артисты, эти музыканты не являются штатными участниками. Они не являются, да, просто регулярно вот с нами сотрудничают. 3+2. Мы вообще часто вот, используем такие некие коллаборации, приглашаем различных музыкантов нашего города и не только в совместных проектах. Люди с удовольствием соглашаются, нам это очень приятно, поэтому на сцене будет, да, я скажу так, мини-оркестр. Вот. Есть ли еще возможность купить билеты? Потому что я посмотрела афишу Вятской филармонии, и оказывается, на ближайшие события, большинство ближайших событий уже все билеты проданы. 18 ноября еще доступны к продаже? 18 ноября еще билеты есть. А я как раз вот, да, сейчас на сайте Вятской филармонии нахожусь, зашел на страничку этого концерта, да, вполне себе возможно еще выбрать подходящее место по подходящей сумме. Да, пожалуйста. Да, наши концерты вполне доступны и по цене. Вот, а про 12 кстати, еще число, позвольте сказать, немножко так перепрыгну. У нас завтра, у нас вообще сезон, вот он сейчас 65-й сезон, юбилейный сезон Вятской филармонии, он очень насыщен на события. Каждый, особенное такое значение имеет. Коллектив, да? Вятской филармонии, и Русский народный оркестр имени Шаляпина, и наш ансамбль, и симфонический оркестр. Множество программ, интереснейших программ, прекраснейших солистов. И публика очень хорошо откликается, идет. И завтра уже буквально вот 12 ноября состоится концерт, посвященный юбилею Вятского оркестра русских народных инструментов имени Федора Ивановича Шаляпина. Вот ограничение 12+. Ну вот именно на этот концерт уже билетов нет. И я даже не знаю, как сказать, к сожалению или к радости, потому что... К вашей радости. Да, нам очень приятно, да, нашему сожалению. Что люди вот так вот сразу же все вот покупают, приходят и очень довольны. Ну а как еще скрасить эти серые осенние будни, да? Конечно, конечно. Когда и такая погода такая, собственно, давящая, и хочется ведь где-то найти такой позитивный источник, да? Позитивной энергии. Я вообще даже вот таких жизненных. Глобально бы сказал, что вот именно песня, именно русская песня, она всегда давала сил нашему народу, да, и помогала пережить любые времена.
И как раз опять сейчас возвращаюсь на 18 ноября, как раз там будет звучать русская песня. Вот я как раз предлагаю сейчас услышать голос Татьяны Помеловой, да, все-таки русское народное пение. Татьяна, как вас отпустили из образовательного учреждения вашего выступить на этот концерт? Татьяна, я микрофон? В рамках учебного процесса можно так уезжать в родной город выступать? Поближе, пожалуйста, сантиметров. В любом случае... 20. Концертная практика — это неотъемлемая часть любого студента, поэтому Академия в основном идет навстречу. Ну, естественно, я заранее закрыла какие-то возможные шероховатости с учебой, я позаботилась, сдала заранее партии по ансамблю, о чем-то, да. Сколько обучения-то вообще длится в Гнесинке? Бакалавриат 4 года. 4 года также, да? Вам еще сколько остается? Еще 1.5 года, я на третьем курсе. И вы к нам вернетесь работать в Вятскую филармонию? Обязательно вернусь, да, я по целевому направлению от родной Вятской филармонии, и после обучения планирую возвращаться и радовать дальше публику, уже получив высшее образование профессионально, еще с большим энтузиазмом. Татьяна, а если можно, несколько слов все-таки о таком догнесинском периоде, чтобы наши слушатели знали, понимали вообще, где растут такие таланты, с чего вы начинали... На нашей Вятской земле. Где вы первые шаги вот эти делали, музыкальные, певческие? Ну, вообще, я родилась в музыкальной семье. У меня мама и папа пианисты. Мама вот слева вот здесь находится, да. У меня, в принципе, особо даже не было выбора, куда пойти. Не то, что мне родители запрещали, у меня были все пути открыты, но оно само так получилось, что с самого детства я находилась в колледже, постоянно слушала народное пение, потому что баян — это неотъемлемый инструмент, который аккомпанирует именно народному вокалу, и родители как раз аккомпанировали постоянно. Меня брали на работу. То есть вас будили звуками, да, баяна по утрам. Там, Татьяна, подъем. И усыпляли, и воспитывали, и все было с музыкой. Поэтому я окончила музыкальную школу при колледже, потом поступила в наш колледж, Кировский колледж музыкального искусства имени Казенина. А каким инструментом вы, кстати, владеете? Фортепиано. Фортепиано, ну стандартное, собственно. Стандартное, да. Ну, я пыталась еще на аккордеоне в детстве играть, на баяне, конечно же. Но все равно пение — это занимает большую часть моей жизни. Давайте про конкурс поговорим, в котором вы приняли участие недавно. Да, у нас действительно, вы же являетесь победителем одного конкурса, написано, среди студентов стран СНГ. Расскажите. Да, я проходил международный конкурс студенческий. Стран СНГ, проходил в нашей академии, Российской академии музыки имени Гнесиных, при поддержке Министерства культуры, Российского фонда культуры, благотворительного фонда Фридриха Липса. Это конкурс, именно направленный на народное отделение. Это народные инструменты, соло-ансамбль, и народный вокал, соло-ансамбль. Конкурс проходил 2 тура. Очень достойны были соперники, и жюри было ведущие мастера народной песни, сцены нашего времени из России и Беларуси. И по решению жюри мне была присвоена первая премия. Что вы исполняли? Да. Что исполнили, да? Исполняла я как раз 2 песни, которые прозвучат в концерте. 18 числа. Да, это «Помнят люди» и «Посеяли беду на берегу». И 2 акапельные еще песни. Обязательно нужно в таких конкурсах демонстрировать акапелла. Без сопровождения. Да-да-да. Без сопровождения, какой-то традиции и обработку народной песни. Сколько было претендентов, сколько было участников конкурса? Так, чтобы понимать, чтобы велика ли была конкуренция. Наверное, около 30-40 участников. Ну, достаточно, да, такой широкий круг. Так, и что? Вот вы стали победительницей. Это дает какие-то перспективы дальнейшие или что? Что это значит? Ансамбль плюс 2 пригласил Татьяну. А, понятно. Это значит, что в очередной раз подчеркнули, что одна из лучших наших солистов. Мы чуть позже услышим и, собственно, и голос нашей гостей. Или уже можно. Или можно уже. Алексей, вы же руководитель ансамбля. Руководитель, да? Можем уже. Кстати, как раз сегодня мы собирались, спросили, будете играть баян, можно я буду руководителем? Да, вот Надежда как раз берет, Надежда Помилова берет инструмент. Зато как раз сейчас, да, у нашей публики будет возможность насладиться. Ну и, видимо, небольшой фрагмент одной из известных песен Людмилы Георгиевны, да, Нет. Один из известных таких самых народных, самых народных песен. Не слышно, да?
А сейчас, сейчас отрегулируем. На гармошку, на двухрядку я сирени положу, веселей играть сегодня гармонисту накажу. Играю в золочаные нам галантики. Спасибо большое, браво, за то, что браво, да, дали возможность окунуться в, это, да, в атмосферу народного исполнения. Они же не видят, настолько Татьяна преобразилась здесь сразу же, да, и пошла. И, да, сценический образ. Да, несмотря на то, что вас не видят сейчас слушатели, но абсолютно игра и руки, и лицо... Потрясающе. Угу. Я вот сейчас скажу, у меня даже пальцы... Микрофон, только микрофон, Алексей, про микрофон не забывайте, да, пожалуйста. Да, у меня вот сейчас руки, я хоть не с баяном, но пальцы вот сами, они начали прямо бегать сразу вот автоматически. Ну, эту композицию в том числе 18 числа можно будет... Кстати говоря, вот услышать, этой песни, по-моему, как раз или не будет. Будет. Да. Не будет. Ну, будут, ну, вот это наш эксклюзив, нашей программы. Эксклюзив, да, для примера. Называть. Программа насыщенная, разнообразнейшая, скажем так, даже вот по каким-то... Ну, не скажу, что стилем, а по настроению, по духу, по сюжетике. И опять же, не хочу, чтобы у людей вызывало ассоциацию, что музыка русская народная. Нет, конечно, русская народная музыка присутствует в нашем репертуаре, но в данном случае будет авторская музыка. Потому что репертуар Людмилы Георгиевны Зыкиной, конечно же, сопряжен с композиторами, такие как Темнов, Фаедоницкий, Колмановский. Пономаренко. Да, тесно сотрудничала с ними. То есть это... Ну, я не знаю, как это сказать-то. Вот мне нравится такое изречение Михаила Ивановича Глинки. Он однажды сказал: музыку создает народ, а мы, художники, ее лишь аранжируем. Вот. Поэтому, конечно, в основу все-таки взята русская, вот народная тематика, да, и музыкального материала, да. И уже, конечно, она проведена через призму профессионального композиторского мастерства. Будут оригинальные обработки в лучших традициях русских исполнения на русских народных инструментах. Поэтому приходите, не пожалеете, получите много новых эмоций. А вот вы, кстати, да, простите, что перебиваю. Вот, кстати, отвечайте на тот вопрос, который я собирался задать, если будет, конечно, время. То есть в филармонии есть оркестр народных инструментов, да? Да? И ансамбль 3+2. Вот в чем, да, различие репертуара? Вот вы сейчас ответили уже на этот вопрос, да? Все-таки авторская музыка, народная музыка, истоки те же самые, да, ведь? Ну, конечно. Музыка-то мы играем практически одну и ту же, скажу честно. Немножко, конечно, репертуар разный, у каждого что-то свое, но бывает и совпадает. Другое дело просто, что одна и та же музыка, она просто расписывается на разные составы. То есть в данном случае в оркестре она сделана в виде партитуры, где большой состав. У нас немножко сокращенный уже на 5 человек. Иногда бывает, хитрю, признаюсь честно, беру оркестровую партитуру и немножко где-то сокращаю, перекладываю на ансамбль. Но, конечно, все равно всегда это аранжировки, всегда это уникальные аранжировки, которыми пользуется только наш ансамбль, и это вы, так сказать, практически уже нигде не услышите. Поэтому концерт, он этим еще и эксклюзивен. Что, опять же, он не только, скажем так, развлекательный, он еще очень просветительский концерт. Я, опять же, рекомендую и публике, и помоложе обязательно прийти на концерт, познакомиться вообще с творчеством Людмилы Георгиевны Зыкиной, да не только вообще вот, а с возможностями, с колоритом, с красками инструментов русского народного оркестра. У нас ведь на самом деле состав, скажем так, вот именно русских народных инструментов, да, что оркестры, что ансамбли, он уникален, это, можно сказать, такой состав, он не имеет аналогичных составов в других странах. Потому что именно русский народный оркестр может исполнять и симфонические партитуры. То есть полностью вот... По, собственно, разнообразию инструментов. Да-да-да, репертуарный спектр, он практически весь заполняется. Поэтому очень рекомендую бывать на таких концертах. Но это просто наше все. Ну, кстати, есть ведь такие примеры, есть такие эксперименты, когда народники исполняют классические произведения. Да-да-да, совершенно верно. Мы, кстати, я
снова к 12 числу вернусь, потому что наш ансамбль... 12-е, я напоминаю, да, уже завтра. Да, это завтра, юбилей суббота. Оркестра имени Шаляпина. Mm-hmm. Наш ансамбль 3 плюс 2 в рамках этого концерта сыграет вместе с оркестром. То есть мы выйдем из оркестра, сядем перед оркестром и вот исполним сольную вещь. По поводу жанрового разнообразия. Mm-hmm. Мы как раз вот исполним произведение, называется «Время собирать камни». Оно как раз показывает вот эту вот эволюцию стилей, жанров музыки, начиная от средневекового там, мадригала и заканчивая рок и джаз-музыкой. Mm-hmm. Как раз мы продемонстрируем все возможности абсолютно наших музыкальных инструментов и покажем, что ну, русским народным инструментам подвластно, если не все, то почти все. Да, и абсолютно для разных возрастов. Вот передо мной лежит афиша, например, 6+, да, Вятская оркестр русских народных инструментов, какая прелесть, эти балалайки. То есть есть мероприятия для детей? Да, конечно, у нас очень насыщенная программа для детей. У нас даже целых 2 абонемента есть на год. Воскресные концерты и субботние. Вы сейчас назвали один из, наверное, субботних. Воскресные. 20 ноября, 12:00, 6+, да, да, да. Какая вот прелесть, эти балалайки. Для самых наших маленьких зрителей, это вот для ребят, которые вот, кто-то пошел только в музыкальную школу, кто-то еще, может, собирается идти. Просто для детей, которым просто нравятся звуки музыки, я очень рекомендую посетить этот концерт. И не только любой концерт детского абонемента нашего оркестра. В данном случае будет знакомство с русскими народными mm-hmm. инструментами. То есть даже кто ни разу не видел и не слышал, здесь будет в полной мере продемонстрировано. Музыканты выйдут сольно, сыграют и на балалайке, и на домре, и на баяне, и даже на ударных инструментах, и на духовых русских инструментах такие тоже есть. Свирелька, там жалейка, спектр, рожок. Там такое огромное количество. Я вот еще увидела значок, что можно посещать ваши мероприятия по Пушкинской карте. Да, вот всем да, рекомендую. Это речь идет об обучающихся. Да, обучающихся. Это студентам, кстати, очень хороший бонус вообще. С 14 ученикам, студентам. Что-то еще успеем осветить до 18 ноября? То, что будет в филармонии важное, такое знаковое, ключевое. Я вам могу, Алексей, помочь. 13 ноября, да, мы сейчас как раз вот про симфонический оркестр хочу коснуться. Выступит 13 ноября. В качестве дирижера симфонического оркестра будет Сергей Фирулев, а солисткой в этот вечер станет Нателла Чохели, фортепиано, город Казань. Угу. Концерт посвящен 200-летию французского композитора Франка Сезара. И возрастное ограничение, смотрю я сейчас так, на сайте филармонии. Да, тоже вижу 12+. Да. Да, отлично. Так, у нас сейчас будет завершаться первая часть нашей программы. И перед этим стоит напомнить, безусловно, нашим слушателям, что культпоход — это еще и возможность для наших гостей задать непосредственно вам вопросы. Вы на них отвечаете. 211-101, дозванивайтесь в прямой эфир по этому номеру. И в случае правильного ответа вам достаются призы, список которых мы чуть позже обязательно... Как всегда, после рекламы. Да, озвучим. Ну, а в гостях у нас, напоминаю, руководитель ансамбля 3 плюс 2 Алексей Абашев и артисты наши, которые исполняли недавно композицию небольшую, Надежда Помилова, артистка Вятского оркестра на народных инструментах имени Шаляпина, и Татьяна Помилова, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. Скоро вернемся. Наши гости готовы задавать вопросы слушателям. 211-101, напоминаю, номер прямого эфира. И список призов, пожалуйста, да, Светлана, нужно нам что мы сегодня огласить. Разыгрываем? У нас, как всегда, пригласительные билеты в кинотеатр «Смена» и кинотеатр «Дружба». Пригласительные билеты в галерею «Прогресса» на выставку молодого искусства «Новые кисти. Ограничения 6+.» Также у нас представлены книги от магазина «Читай город». Это Наум Синдаловский, «Легенды и мифы Невского проспекта 16+.» Марьяна Романова, «Болото 18+.» Карстен Себастьян Хен, «Служба доставки книг 16+.» Трейси Шевалье, «Тонкая нить 16+.» Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53, а также на Волкова 6А. И самые у нас пригласительные билеты сегодня есть от наших гостей. Это 2 билета на 2 персоны на концерт 18 ноября, да, который мы сегодня освещали, и также есть на концерт 13 ноября. Да. На 13 еще, да.
к 200-летию со дня рождения Сезара Франко. Да. Возрастное ограничение 12+, соответственно, у того и другого концерта. Ну что, первый вопрос, Алексей. Да. С вас начнем. Внимание, слушатели, 211-101. Значит, еще раз, вспоминая поездку ансамбля 3 плюс 2 в Кремль, где мы выступили на юбилее ансамбля «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, вопрос как раз и вытекает. Сколько лет исполнилось этому ансамблю? Вот, собственно, юбилей. А сколько да, это? Да. Цифру назовите, пожалуйста. Цифру. Да, да. 211-101, ждем вас. Ну, вот уже и звонок. Уже. Такое ощущение, что слушатель там с начала культ похода готовился к этому заданию. А мы не называли, кстати, эту цифру. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, слушатель готовился со вчерашнего дня. Так. Я вчера посмотрела видеоролик с нашим, с выступлением наших ребят. Ансамбль «Мой ровесник», 45 лет. 45, браво. 45, браво, ягодка браво. Опять. Все. Поздравляем вас, отлично, да, вы угадали, попали прямо в яблочко. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Светлана. Светлана. Ну и куда же вы пойдете или какой приз хотите? В филармонию, только туда. 18 или 13? 18. То есть на всем поколениям петь, да, вот именно на этот, на это выступление русского концертного ансамбля 3 плюс 2. Да. Отлично, здорово. Не кладите, пожалуйста, трубку, передаем вас нашему редактору, уже она вам объяснит, куда прийти нужно за этим пригласительным. Ну что у нас, хорошо началось, азартненько так. Следующий вопрос, видимо, Татьяна будет задавать, да, его? Да, у меня вопрос немножко поближе к микрофону еще. Немножко креативный вопрос. У Людмилы Георгиевны с Вяткой была связана такая история. У нее в конце 1980-х годов было запланировано несколько концертов по области, и один из них был в Вожгалах. Незадолго до концерта... Вожгалы — это Куменский район, то есть, да? Да, то есть, да. Представляете, да. Это не... Это как раз родина родителей Шаляпина. Да. То есть это не областной центр, это не райцентр. То есть вы представляете, да, уровень народной артистки Советского Союза, она приезжает в Вожгалы. Кстати, в своих интервью она рассказывала, что для нее одинаково важны концерты и за границей, и вот в таких небольших районах. Вне зависимости от того, где она выступает. Ну вот, да, такой был такой любопытный факт. Так, продолжайте вопрос. Вот, и незадолго до выступления в Вожгалах с певицей, точнее, администраторы певицы связались с властями Вожгал и попросили подготовить грим-уборную. Но так как со связью было не очень хорошо в ту пору, какая-то часть просьбы немножко утонула. По приезду Людмилы Георгиевны рабочие предоставили и с большой важностью представили такое небольшое сооружение, от чего певица хохотала до слез. Что же это было за сооружение? Что же услышали вместо грим-уборной? Да. И что там могло пропасть, да, в этом слове? Что сподвигло местных жителей нечто такое соорудить для певицы? 211-101, ну да, действительно забавная история. Она и в самом деле была, да, это, в да? Деле. В самом деле. Но сейчас, конечно, уже не доказать. Конечно, если, может, то сооружение, может, еще осталось. Да? Вы в эфире, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, догадались ли вы, что построили наши районные сотрудники Дома да, культуры? Они построили, наверное, супер-клозет. Как вы культурно выразились! Ну, соответственно, да, если в слове «грим-уборная» пропала первая часть, видимо, да, этого слова, вот осталось построить нам уборную. Мы уже, на самом деле, обсуждали здесь с нашими гостями этот вопрос. Нас заинтересовал, может быть, до сих пор действительно существует это сооружение. Ну, так или иначе, Александр, вы абсолютно правы. Какой приз вы выбираете? К редактору. Да, хорошо. Хорошо. Передаем вас редактору. Не кладите, пожалуйста, трубку. У нас есть еще, ну, смотрю, 4-то минуты точно есть у нас до завершения программы «Культпоход». И еще один вопрос. Алексей, да? Задам еще один вопрос. Можно что-нибудь посложнее, а то что-то как-то легко наши слушатели расправляются. Я вот к концерту готовился, а к вопросам не очень подготовился. Но я думаю, что все равно тоже вопрос символичный. Раз уж мы спросили про ансамбль «Россия», я все-таки спрошу про наш оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Завтра его юбилей. Билетов, к сожалению, нет. Но скажите, пожалуйста, сколько лет нашему оркестру исполняется?
Ну, то есть можно поздравить, во-первых, да, с юбилеем, с днем завтра, да? Завтра. И сколько лет? Да, 211-101, призов у нас еще очень много. Если вы поторопитесь, то у вас есть возможность что-нибудь любопытное у нас здесь выиграть. 211-101. Сколько лет исполняется? Может, варианты ответа дадим? Нет? Может быть, мы намекнем больше или меньше, чем... Я почему-то думаю, что тоже быстро угадают. У нас в Кирове много поклонников и зрителей нашего оркестра. О чем говорит аншлаг. Да, да, конечно. Я думаю, сейчас среди зрителей точно найдется сразу. И не один человек, который знает. Вы люди опытные в музыкальной среде. А сколько вообще вот таких профессиональных народных ансамблей, оркестров у нас в стране? Я вот что-то не очень часто эту информацию в последнее время получаю. С коллегами из каких городов контактируете, возможно? Да практически из всех. Из всех? Из всех. То есть довольно распространенное такое явление? Конечно, конечно. В каждом городе нашей необъятной родины обязательно есть, ну, профессиональные, непрофессиональные, ну, даже профессиональные есть коллективы, и крупные составы, и малые. Оркестры-то практически везде есть. Ансамбли немножко по-разному, тоже сейчас не могу сказать, но вот все-таки вспомню еще прошлогодние наши достижения. Выступали на... состязались, скажу так, на третьем всероссийском музыкальном конкурсе, один из престижнейших конкурсов в нашей стране, не только для народников, вообще для всех музыкантов. Проходит он в 4 этапа, то есть раз в 4 года каждая специальность, по каждой специальности проходят вот эти вот конкурсы. В прошлом году было среди специалистов-народников. И... Закончите предложение. Собралось 20 коллективов со всей страны, лучших, так скажем, ансамблей, аналогичных нашему составу. Ну, там разные, где-то побольше, где-то поменьше. Вот. Конкурс проходил в 3 тура, такой прям марафон был серьезный. И наш ансамбль завоевал 3-е место. Здорово, здорово. Светлана, принимайте звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте, Наталья. Наталья, слышали ли вы вопрос и знаете ли вы на него ответ? Да, наверное, 40 лет. Все, это абсолютно правильный ответ. Все правильно. Верно все. Отлично. Конечно. Наталья, мы вас поздравляем. Поскольку у нас второй победитель Александр попросил редактору его сразу передать, то мы вас тоже редактору передаем, потому что... Без вопросов. Да, хорошо. Да, поздравляем вас. Не кладите, пожалуйста, трубку, потому что мы не знаем, какой приз выбрал Александр. Ну что, у вас есть минутка для того, чтобы обратиться еще раз к нашим слушателям и пригласить посетить мероприятие Вятской филармонии. Дорогие друзья, 65-й концертный сезон Вятской филармонии обещает быть и уже есть одним из самых выдающихся сезонов, одним из самых разнообразных и по инструментальному творчеству, и по вокальному, и по всему. Что касается музыки, здесь вы найдете концерты абсолютно на любой вкус. Следите за афишами, за анонсами и приходите. Ну, а я, конечно, как руководитель ансамбля 3+2, в первую очередь хочу вас пригласить 18 ноября на концерт, посвящение Людмиле Георгиевне Зыкиной, который называется «Всем поколениям петь». Это строчка одной из популярных песен, которую исполняла народная артистка. Солисткой в этот вечер станет Татьяна Помелова, которая сейчас сидит рядом со мной. Ее мама Надежда Помелова будет также участвовать в расширенном составе нашего ансамбля. Морально уже готовы к выступлению? Все, мы уже готовимся, мы репетируем, все кстати, есть. Да, и мы причем дистанционно репетируем, это тоже вот такой у нас новаторский ход, потому что девушки пока в Москве находятся. Онлайн, да, что называется? Ну, мы им присылаем записи, они их включают, репетируют, и нам записи присылают, и вот так мы... Это, кстати, нас вот период онлайн-концертов научил этому. Ну что ж, мы желаем успехов вам, творчески, как это принято, да, говорить, удачи. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Культ Поход». Все, до встречи в следующую пятницу. До свидания. Спасибо. До свидания. Культ. 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 Культа.